Вот такую вот железяку мы делаем. Загнули. Вот такое корыто. Сейчас его доделаем. И будем ставить вот так же, как вот это вот. Только на ту трубу. С той стороны. Друзья, крышу мы перекрыли. И сейчас мы начинаем делать снегозадержатели. Зима показала, что без этой вещи жить никак нельзя. И вот мы насобирали всякого хлама, железа, и вырезаем из него вот такие вот пластинки. Друзья, вот эту заготовку, которую мы напилили из такого вот железа по шаблончику, теперь загибаем вот таким образом. Четко по линии. Вот такую брифлуду когда-то посчастливилось найти. Получается уголочек. Как раз вот полочка. Здесь будем сверлить отверстия под глухари, а здесь под трубы. Вот такая заготовочка. По-моему, неплохо. Вот я их гну. Это 2-миллиметровое железо. То, что удалось найти нам. Вот потихонечку в нем заготовка. Короче, вот, нагнули мы таких заготовок, нарезали из старого листового железа, насверлили в них вот эти отверстия. Короче говоря, замучился я сверлить. 1000, наверное, отверстий просверлил. 100 раз точил сверло после того, как оно тупилось. И вот, ощутил всю прелесть этой работы. И теперь вот надо их как-то ставить на жесть, на крышу. Ну и понятно, что надо было какие-то резиновые прокладки. Ничего лучше, чем транспортерная лента, я не нашел. Вот такая вот лента. Не знаю, видно, не видно. Снизу она тканевая основа, а сверху резина. И вот так вот ножом вырезаю такие квадратики 5×5. Сверлю отверстия. Вот тут пятерка сверло. И получается вот. Вот так вот оно будет стоять, крепиться на крышу. Резиновая часть к низу, матерчатая кверху. И вот этот вот, как называемый, глухарь. Диаметр 8 мм, длина 80. И вот так вот оно на крышу будет крепиться. У нас двойная обрешетка, потому что мы старую обрешетку не сняли. Она покрыта рубероидом. И на нее наколотили новую. И получается дюймовая доска. Где-то 80 мм должно хватить для того, чтобы прошить обе обрешетки и за них уцепиться. Думаю, должно быть хорошо. Вот так оно будет стоять на крыше. Друзья, любое дело можно сделать очень дорого, а можно сделать очень дешево. Из вот такого вот железа корявого, которое валяется на металлоломах или еще где-то. Мы делаем снегозадержатели. О, не лезет. Вот
давай, ниже. Ну, здесь кожа замыла. Давай, ниже. Вот такие получились у нас снегозадержатели. Труб не нашли мы, но арматура у нас была. Когда-то куча бетонных плит валялась там, расколотых. И я кувалдой постучал и вытащил эти арматурины оттуда. И вот уже сварили. Все сварено под размер волны. Специально лазил на крышу. Вот ее там чуть-чуть видно. И каждый шуруп должен попасть в свое место. Каждая такая батарея индивидуально. Отходи. Скандинавская ходьба по-высоковски. Держи меня, соломинка. И сейчас у нас идет процесс покраски. Вот здесь у нас хороший навес для дров. И мы его используем для того, чтобы красить. Эти конструкции. Валерий! О, свет попадает. Батарея строго под размер, лазил по крыше и вымерял все сантиметр в сантиметр, иначе не подойдет. И их тут у нас куча целая, не куча, а туча, да, этих батарей. Крыша большая. Вот идет процесс покраски. И это еще не все, что мы здесь видим. Это только четверть крыши. Только начало. Вот тут 13 батарей. Это только начало.
Друзья, вот так оно все получается. Каждую трубу обошли. Все как научил Мороз. Герметиком со всех сторон. И до конька подняли вот таким листом, чтобы было все герметично, как в подводной лодке. И вот, вот так вот ее обложили. Все загнули. Вот так оно все получается. И наконец-то мы закончили крышу. Все когда-то кончается, и ремонт крыши тоже. На некоторых трубах поменяли шляпы, на некоторых оставили. Делали, вот уже голуби начали какать. Вот такая у нас большая крыша, 1100 квадратов примерно.